Азим Азимзаде занимает особое место в истории азербайджанской живописи. Не получив профессионального художественного образования, он тем не менее сумел найти свой путь в искусстве и стал одним из основоположников азербайджанской сатирической графики. О становлении маэстро расскажет открывшийся в Баку мемориальный музей Азима Азимзаде. Знаете, это праздник, потому что народы мы через его культуру знаем. Азим Азимзаде один из первых выдающихся художников Азербайджана. И создал много очень работ, и он работал и в театре как художник, и как карикатурист. Но я хочу сказать, это, конечно, не только наших художников радует, всю нашу республику. Азим Азимзаде родился в 1880 году в пригороде Баку. Его творческое наследие – сатирическая графика, книжные иллюстрации, плакаты и декорации. Особое место в творчестве Азима Азимзаде занимала карикатура. Он был главным художником известного азербайджанского сатирического журнала «Молла Насреддин». А в годы Великой Отечественной войны им был создан цикл антифашистских работ. Еще в 1927 году он получил звание народного художника Азербайджана. Он был большим учителем, общественным деятелем, он сыграл важную роль в истории, и неудивительно, что сегодня его имя носит художественный колледж. Мемориальный музей открылся на том же месте, где когда-то располагался дом художника. Здесь представлены личные вещи Азима Азимзаде, воссоздана обстановка одной из комнат, мольберт, за которым работал художник, и иллюстрации, сделанные им в разный период. Лейла Курбанова, Эльвин Гаджалиев, CBC.